девчонку самую красивую подавали. А я чего? Ну, а я вот только на них смотрю. В общем, тут приехал к нам с Москвы, с самой столицы, добрый молодец один. Ой, у нас таких поселец роду не видывали, никогда таких я вообще не видела. У нас, ну что, ну он Тимошка самый красивый, он как свой баян развернет, так все девицы-то и падают. А тут никакого баяна не надо, все и так при нем. Ой, статный, красивый. Как слово молвит, так я сразу на речь-то и теряю. У меня, я его вижу, у меня душа в пятки бах, и не возвращается. Я стою, дрожу, трясусь, заговорить-то с ним никак не могу. А вот, ох, красавец, идет, от него прямо так и веет, так и веет. Ой, даже не знаю, чем веет, но веет, аж сердце захватывает. Ой, ой, глаза такие черные, сам. Все парни в деревне ее и Димку моего увезли.
исхода никому. А в тень тот высокой нет хода никому. Красиво, но у нас же в России говорят, не родись красивой.